В эфире телегид «Покупатель всегда прав» и я, его ведущая, Лидия Шулаева. Вновь приглашаю вас в увлекательный мир шопинга. Расскажу о полезных товарах и услугах. Из выпуска вы узнаете. Где купить все, что нужно для дома, дачи, бани и автомобиля. Куда отправиться отдыхать осенью. И как восстановить здоровье опорно-двигательного аппарата. Есть все, что вам нужно, и даже немножечко больше. Так позиционирует себя торговый центр «Сигнал», и это действительно так. Чтобы не понадобилось саровчанам для дома, дачи, огорода, бани или автомобиля, они отправляются сюда. Неважно, какие задачи стоят перед вами. Задумали вы ремонт, благоустройство своей дачи или замену садовой техники. А может, вы ищете красивую посуду для сервировки или, скажем, садж или тандыр, чтобы удивить своими кулинарными способностями родных и гостей. Не сомневаясь, вы можете сразу ехать в торговый центр «Сигнал». Здесь вы разом закупите все, что вам потребуется. Выбор порадует точно. Есть даже самые неожиданные товары. Например, бытовая химия или винтажные подстаканники. Также в продаже бассейны, товары для бани, одноразовая посуда. Товары для сада – от семян до поливочных систем. Декор и отделочные материалы. Беседки, мангалы, батуты, качели. Мебель для дома и дачи. Кажется, в таком многообразии ассортимента можно потеряться. Не переживайте, вам всегда на помощь придут консультанты. Озвучивайте им свой запрос, они подбирают нужные товары. Здесь все очень просто. У нас работают высококлассные продавцы-консультанты, которые в любом случае помогут найти товар, который вас интересует. Торговый центр «Сигнал» идут и когда нужен электро-, бензо- и ручной инструмент. Здесь всегда в наличии все, что необходимо для строительства, ремонта и ухода за садом. Ну и, конечно же, запчасти для автомобилей, отечественных и иномарок, и все для их обслуживания. Важно, что «Сигнал» работает только с официальными и проверенными фирмами и является официальным представителем в Сарове таких компаний, как «Чемпион», «Алка», «Гринворкс», «Зубр», «Ликвимолли», «Опет», «Любекс», «Астрахим» и многих других. Приятно удивят вас цены. Товары здесь стоят дешевле, чем на известных маркетплейсах. Все это благодаря тому, что мы в ценообразование не закладываем цены на доставку и назад, не закладываем складскую логистику. Наши цены рекомендованы нашими поставщиками, и мы всегда стараемся придерживаться этой стратегии. В наличии в торговом центре «Сигнал» всегда более 40 тысяч наименований товаров. Но если вдруг в этом многообразии вы не найдете то, что нужно именно вам, в помощь каталоги. Смотрите, выбираете и делаете заказ. Все заказы у нас принимают менеджеры по закупкам. И как же, они же и подскажут, сколько нужно подождать. Примерно это неделю-две. Но и это еще не все. В планах компании развиваться и становиться все более доступной для горожан. Совсем скоро делать покупки в торговом центре «Сигнал» вы сможете, не выходя из дома. Сейчас мы очень плотно работаем над открытием нашего интернет-магазина. Уже в сентябре месяце мы надеемся, что он откроет свои электронные двери для всех. Мы готовы к конкуренции с ценами маркетплейса. Очень надеемся, что покупателей нашего торгового центра станет еще больше. Следите за нашими анонсами. Интерн, там, где тебя ждут. Покупайте все, что вам нужно, в одном месте. Быстро, удобно, экономно. Торговый центр «Сигнал», Кирова, 14А. Время бархатных сезонов. Салон путешествий «Бон Вояж» предлагает множество вариантов отдыха осенью. Сентябрь-октябрь – традиционные месяцы, когда можно отлично провести время на самых популярных курортах России и зарубежья. Основной поток туристов схлынул, сохраняются комфортные дневные и ночные температуры, а туроператоры предлагают более лояльные, чем летом, цены. Например, Турция в октябре намного доступнее. В Турции в октябре достаточно хорошо, вода теплая, море прогретое, температура днем 27, температура воды 25-26, великолепно для отдыха. Отличный вариант для отдыха с детьми – Арабские Эмираты. Страна входит в число самых клиентоориентированных. Разнообразие форматов отдыха подкупает и дает возможность выбрать тур по душе.
Есть отдых для любой категории. Можно на Индийском океане, на Фуджейре отдохнуть, чисто море-пляж. Можно устроить себе беговой тур. Очень много парков развлечений, парк цветов. То есть, в принципе, занять можно себя всем. И есть отели от эконома. Ну, понятно, что Эмираты, есть и VIP-отели. В принципе, на любой кошелек можно найти спрос. Много направлений для путешествий по России. Из Нижнего Новгорода открыты полетные программы в Кавказские минеральные воды, Дагестан, Калининград, Санкт-Петербург. Наполнение туров может быть разным. Ждут туристов в Сочи и Абхазии. В сентябре-октябре еще можно поймать тур в круиз на теплоходе. Если рассматривать отпуск в ноябре, здесь идеален Египет, который вновь набирает популярность у россиян. Очень комфортно отдыхать вплоть до декабря. Море теплое, рыбки. Мы уже немножко отвыкли от Египта. Пора его вспоминать. Сервис улучшается с каждым годом. То есть он просел, пока не было русских туристов. Сейчас он начинает повышаться. Как есть и для взрослых, где есть дайвинг, есть и с песчаным заходом. То есть есть выбор для всех категорий граждан. Также с ноября готовы полетные программы в Таиланд и на Шри-Ланку. Интересный отдых в Венесуэле и на Кубе. А еще сентябрь-октябрь самое время задуматься о новогодних путешествиях. В турагентстве «Бон Вояж» вам подберут идеальный тур, тем более пока есть из чего выбирать. Сентябрь-октябрь – период, когда уже можно присматриваться к новогодним турам, потому что все знают, что они расходятся быстро. Каникулы новогодние никто не отменял, и купить новогодний тур по хорошей цене и с большим выбором – хороший период для выбора – это сентябрь. Лучшие отели по оптимальным ценам от эконом-сегмента до VIP-курортов. Уже 20 лет салон путешествий «Бон Вояж» организовывает для саровчан туры по индивидуальным запросам. Здесь знают обо всех тонкостях путешествий в любых странах мира. Не экспериментируйте со своим отдыхом, доверяйте его организацию профессионалам. Турагентство «Бон Вояж» – сказочное путешествие вашей мечты. Телефон 30523, сайт bonsarov.ru. Новое имя, прежние цели – дарить пациентам жизнь без боли. Центр современной кинезиотерапии раньше работал под брендом доктора Бубновского. Теперь, продолжая специализироваться на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, центр расширил сферу оказываемых услуг и сменил имя. Мы расширили свою сферу применения различных средств для лечения опорно-двигательного аппарата, в том числе такие, как артрозы, артриты, сколиозы различной степени у детей и взрослых до 21 года. Также готовим к операциям по замене суставов, помогаем реабилитироваться после замены суставов, работаем со спортсменами для восстановления после физической нагрузки. В острой стадии заболевания опорно-двигательного аппарата, как правило, применяются стандартные схемы снятия болевых синдромов. Их обычно назначают врачи-неврологи. Этот вид медикаментозного лечения получают с использованием полиса ОМС. И после зачастую пациент решает для себя, что он здоров. И, как правило, ошибается. Для окончательного выздоровления необходимы дальнейшие процедуры. В Центре современной кинезиотерапии для восстановления пациентов применяют лечебную физическую культуру с использованием инновационных методов оборудования и схем их применения. Сами наши пациенты отмечают, что после определенного количества занятий те работы, которые раньше у них вызывали обострение, и с ними они попадали в больницу, вплоть до неврологии, их перестали преследовать. То есть они себя чувствуют хорошо и имеют возможность вести свой обычный образ жизни с хорошим качеством жизни. Причем это касается всех возрастов. Виктору Ивановичу Шутову 90 лет. В Центр современной кинезиотерапии он обратился чуть больше 2 месяцев назад, когда у него заболел сустав. Результат мужчина почувствовал уже после первых занятий. После занятий чувствуется, что гораздо лучше. Во-первых, здесь совсем... Я много занимался спортом. И этот вид, он отличается, он действительно лечебный. Он прорабатывает хорошо суставы, связки и так глубоко, как никакой другой вид спорта.
Поэтому я с удовольствием хожу сюда. Достигать высоких результатов лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата удается благодаря точно подобранным индивидуальным программам восстановления. Основная методика центра – функциональная тренировка. Это комплекс упражнений на специальных тренажерах, во время выполнения которых задействовано максимальное количество мышц, даже самых мелких и глубоких. Комплекс подбирают под каждого пациента на основе первичного приема. Все специалисты центра современной кинезиотерапии с медицинским образованием. Они четко контролируют каждую тренировку. Понимая суть происходящих процессов с человеком, непосредственно уже инструктор подбирает упражнения на основе тех акцентов, которые выписывает врач. И в малой группе до 3 человек пациент выполняет именно как раз последовательно те упражнения, которые способны облегчить ему либо жить, либо полностью помочь ему избавиться от недуга. Помимо лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, такие функциональные тренировки направлены и на профилактику. Например, садоводы, которые посещают занятия в Центре современной кинезиотерапии, не сталкиваются с такими проблемами, как боли в спине во время весенне-летних работ. Есть в Центре и примеры, когда пациентов за счет правильно подобранных упражнений удалось уберечь от операций по замене коленных и плечевых суставов. Кроме функциональной тренировки, специалисты могут назначить и функциональную гимнастику. Она показана при укороченных мышцах. Количество занятий определяется индивидуально, но, как показывает практика, здоровый образ жизни входит в привычку, отказываться от которой уже не хочется. Поэтому пациенты ходят в Центр современной кинезиотерапии годами для поддержания хорошего качества жизни. Например, 82-летний Николай Анатольевич занимается здесь уже 9-й год. Стал заниматься, куда что ушло. Давление стало нормальное, ишемия не мучает, со спиной гораздо лучше. Путь к здоровью через движение в Центре современной кинезиотерапии. Улица Зернова, 11, телефон 672-76. Расставаться с деньгами нужно легко, но помните, только те траты полезны, что приносят нам радость. Следите за нашими эфирами и тратьте ваши деньги с умом. Удачных вам покупок!